Скажите, а дети у вас будут спортсменами, как вы считаете? Я пока не вижу ярких каких-то задатков у Гриши стать большим спортсменом. Угу. А Ира маленькая. Задатков или желания? Желания. Угу. Задатки, скорее всего, есть. Я думаю, что да, гены-то никуда не денутся. А желания не особо. Угу. Желания не особо. Хотя на спорт он ходит регулярно, с удовольствием это делает. Угу. Он и там плавает, он в футбол играет, и на борьбу ходит. Но яркой увлеченности спортом я не вижу. Ну, а вот вы кем бы вы видели в идеале вот Валуевых младших? Ну, вот, ну дочь-то это еще вот, ну, понятно, мама должна решать. У Гриши, у Гриши ярко выраженные какие-то вот артистические наклонности, я могу сказать. Ну, тоже в папу, кстати. Спасибо. Но все-таки это, наверное, единственное место, где его реально хвалят, это вот в театральной студии, куда и он, и Ира ходят в разное время, но ходят. И его математические наклонности, вот математика ему как-то с легкостью дается, и он выделяет математику среди всех школьных предметов, более-менее с удовольствием по ней занимается. А у вас как было с математикой в школе? Я точно так же легко учился по математике и геометрии, но она меня никак не увлекала абсолютно. Угу. Но я приходил, допустим, совершенно не зная темы, мог прочитать, знаете, как в учебнике, да, до контрольной идет тема. Ага. Она состоит из подразделов. Допустим, в силу там сборов каких-то спортивных я пропустил всю тему. Ну, я приходил, прочитал просто эту тему. От корки до корки. Тут же садился и писал контрольную. Меньше четверки у меня не было никогда. Никогда. Угу. А, то есть... Причем это не учительница меня учила, я читал учебник. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».